Друзья, всем привет, находимся на Дневник КРМП, это первый сервер, продолжаем, в общем-то, играть на этом сервере. А мой ник Матрикс, не подчеркивая Браун, указывай мой промокод Капса Матрикс, получишь 50 или 70 тысяч при достижении, при отыгровке, в общем-то, 7 часов. В общем, сегодня на повестке дня, друзья, у нас такая работа, как механик. Давайте сейчас я выхожу с подъезда, прежде чем 4 этаж, 14 квартира, 71 подъезд. Так, в этот раз у нас машинок никаких нет, потому что, друзья, хотя, странно, онлайн, в принципе, так. Такой нормальный, но машинок почему-то нет в моем райончике. Ну ладно, загрузить транспорт. Все, друзья, садимся. Лок 1. Отправляемся в устройство на работу. Вот эта вот тема. Так, и напишите сейчас в комментариях, какая работа самая прибыльная, по вашему мнению. В общем-то, обязательно, друзья, мы ее будем обозревать. Так, получили мы штраф на 300 рублей. Отлично, просто. Давайте мы его сразу сейчас и оплатим. Посмотрим вообще, кстати, сколько у меня вообще имеется штрафиков. Так, май тикет. Да, друзья, у меня всего лишь один штраф. Это 300 рублей, прайс на красный. Кстати, заметил, что везде по-разному, то есть штрафы, то есть как какой-то рандом. Что ли, не знаю, но, в общем-то, что-то такое. То есть здесь везде по-разному у нас штрафы идут. Так, этот челик сейчас у меня тачку сварит. Ну давай, садись быстрее, дурачок. Ой, ну вот челик, ты, конечно, вообще жесткий. Заводим и уезжаем сразу. В общем, друзья, поставь сейчас лайк, подпишись на канал, какой-нибудь коммент жесткий. Вот, жду. Давай сейчас заранее притягнем ремень, чтобы, если что. Так, ну, как я понимаю, все тут в казике, да? Меня же залагало впервые так в жизни. На RTX, друзья, залагало. Это просто я в шоке. Как так возможно? Кстати, друзья, у нас, в общем-то, вот эти показатели справа, на что они влияют, я без понятия. Вот как я вижу, вот и имеется такая вот тема, как вода, то есть синим, по-моему, это вода, а сверху это, по-моему, износ, да, износ машины, по идее, ну, если на логику рассчитывать. Вот, сейчас мы, в общем-то, где-нибудь остановимся и посмотрим, какой у меня износ. Так, Карпас 357, по идее, да? А, 337, окей. Так, ну, износ 1%, госка 2 миллиона, номера Т571ТР. Так, вот челик уже практически... Ой-ой-ой, прям сдох на моих глазах. Ладно, отправляем сейчас в Арзамаску. Ой, какая красивая вода, друзья, просто идеально. Нигде такого не видел, ни на GTRP, ни вообще ни на каких серверах. Вот только Радмирчик. Кстати, напишите даже в комменты, разрешено ли вот так вот есть. Скорее всего, это будет ЕПП. Ну, естественно, просто трава. Блин, ну, если бы сделали разрабы покороче, как-нибудь сместили, не знаю, ну, было бы реально. Какой раз говорю, но никто меня не слышит. Ой, друзья, сейчас я очень сильно влетел с механиком. Механик, хочу с ним, но я разлетелся просто в щепки. Ох, твою мать, друзья, жестко. Ладно, отправляемся. Так, друзья, получили зарплату 757 рублей, в принципе, неплохо. Так, заворачиваем где-то сюда. Я постоянно, кстати, путал, значит, проезд тут и там, потому что это два одинаковых, в принципе, здания. Ой, что здесь делает этот прицеп, боже мой, как его сюда вообще занесло. Так, кто-то заключил брачный союз, лол, Макар Ватицкий, Лина Рейн, вот это. Список доступных работ. Автомеханик 4 левел. Хорошо, берем. Чтобы начать работу, найдите служебный транспорт в вашем городе. Используйте slash GPS при необходимости. Команды slash get fuel закупить топливо, slash fuel заправить транспорт, slash repair починить транспорт, slash tow предложить отбуксировать ТС, attach, slash AT прицепить транспорт. Кстати, если кто-то не знает, просто левая кнопка мыши и пробел. То есть так вы можете очень быстро открывать и закрывать свой автомобиль. Так, ну, по-моему, здесь какая-то задержка есть, да? Да, что-то такое есть, друзья. Так, сходу, в общем-то, справа от этого устройства находится такая база механиков. То есть здесь мы можем сейчас переодеться, либо же взять машину механика и потом разъезжать, друзья, по всяким там интересным местам. Так, выключите музыку поганую, пожалуйста. Так, хотите переодеться в рабочую одежду? Да, отлично. Так, теперь, ну, просто можем чинить людей, в принципе. Вот самое, кстати, выгодное, просто чинить. Так, друзья, вот, привезли одного бомжарика. Давайте сейчас быстренько-быстренько ему предложим починиться. Репейр, да? Репейр, так. Репейр, какой у него там айдишник? 314. Так, как там? КМД, скажи. Так, КМД, скажи. Возможно, он знает команду, просто, друзья, я что-то без понятия. Так, работа. Так, друзья, мы потеряли, короче, да? Repair, износ, стол, attach, tune. Tune, блин, хз, на самом деле. Игрок может получать предложение раз в 30 секунд. Ага, вот, смотрите. А, отказался от вашего предложения. Так, ага, в общем-то, вот, смотрите, я назвал предложение. Короче, уже чинит, я потерялся. Ладно, друзья, давайте сейчас найдем тачку. В общем, свободную для механиков.
и будем, в общем-то, искать наших людей, которые сломаны. Как видите, заказов здесь очень много, ну, то есть вызовов, поэтому мы не пропадем, если что. Так, зачем я отправляюсь в Латкарн? Для того, чтобы просто взять тачку, потому что на 100% там есть тачки. Так, и как сказал там какой-то мой челик из видосика прошлого или позапрошлого, Латырхина какой-то, он как-то так обозвал этот город, ну, не город, а село или как там, не знаю, короче, как-то так. Кстати, с друзьями пятая вообще не едет, то есть она тупо из-за своего стиля так стоит и все. Я думаю, я вряд ли смогу продать потом. Ну, на самом деле, хз. Я не знаю, как она пользуется спросом или нет, но ее очень мало я вижу на сервере. Ну, серьезно, ее мало кто покупает, но я единственный такой челик, который купил. Хотя видел, по-моему, в прошлом ролике, у моего подъезда стояла такая. Вот, еще очень много видел, но типа, все-таки больше все-таки пользуются спросом Мерседеса, да, которая 402 яичника, по-моему. Вот, друзья, еще одна желтая М5, посмотрите на нее, классная, серьезно. Вот желтая тоже идет ей, кстати говоря, Lunatic Saints, но что-то он очень жестко виляет. Возможно, лагает, возможно, специально в кого ходит, не знаю, что ему это дает, на самом деле, хз. Так, ну вот мы поворачиваем сейчас налево, надеюсь, тачки механиков здесь есть. Да, друзья, их полно на самом деле. Так, в общем-то, что? Смотрите, красные колеса на красные диски на Мерседесе Е63. Вот он, наверное, прикольно смотрится. Блин, такой затюнить, кстати, не жалко. Наверное, будет классный. Он управляется неплохо. Если его затюнить, то вообще будет бомба-пушка. Этот транспорт не принадлежит СТО, на который вы работаете. Ага, отлично. А закончить работу здесь мы не сможем, да, по идее? Вы не работаете на этой СТО. Просто идеально, что смогу сказать. Кстати, на прошлом ролике направил, по-моему, 29 лайков, ну, на этот момент, сколько там, 5 сентября в 17 с чем-то, то есть 29 лайков, очень хороший результат. Я надеюсь, что и в дальнейшем будет хорошая активность, и мой канал также будет продвигаться. Если вы не подписаны до сих пор, то подпишитесь, это очень важно. Ой, нужно ремень прицепить, обязательно не забывайте, вот, блин, забываю, к сожалению, пока никуда не впилюсь. Так, и пока штраф не получу, ё-моё. Так, друзья, хотел бы на систему, не обманул, блин, как знал, все равно спали, тварь. Теперь нужно не забыть оплатить штраф, потому что я могу и 3 дня, а потом не заходи. А сдавать на права мне очень будет лень, и я потом могу забросить канал. Ну, короче, очень много, друзья, приколов будет. Кстати, тот челик до сих пор чинит Игоря, да. Короче, жесть, как так можно вообще? Вот, бедный Игорь сидит. Так, оплатить штраф, посмотрите список штрафов, косарик, давайте оплатим. Блин, я на этих штрафах уже очень сильно так разорился, кстати говоря. А, ну и давай сейчас, если что, оплатим, ну, заберем деньги с нас живо основного банковского счета. Так, 1564, давайте снимем. Так, все, снял деньги. В общем, едем сейчас опять-таки в Латыркино, как сказал наш челик, подписчик. Ну, возможно, подписчик, если ты до сих пор смотришь, напиши комментарий. Латыркино Гена, блин. Короче, если вы хотите даже обмануть вот этот вот светофор, то объезжайте вот так вот налево, то есть вот так вот, сейчас покажу. То есть вот так нужно бежать, вот тогда да, тогда вы штраф, в принципе, не получите. Так, Макс Банжер, ты опять, в общем, в ролик попал. Не знаю, как он меня отслеживает, но я в описании, что тоже оставил свой номер, поэтому можете позвонить, смс отправить когда-нибудь, когда я буду в игре, поэтому вы можете засветиться в ролике. Пока что я не такой популярный, не зашкварился. Также можете предложить идею, что можно снять интересного. Естественно, в комментариях заходите, пишите то, что вам нравится, какие-нибудь там РПшки, куда вступать. Ну, естественно, я сейчас хочу заполнить полностью вот эту серию по работам, и то есть все работы обозреть, самые выгодные выбрать и, естественно, рассказать вам потом, пройтись по фракциям. Но, естественно, мне не получится это сделать полностью, потому что уже тут есть блэк-лист, черный список по фракции у всех практически, поэтому будет достаточно сложно сделать это. Нужно учитывать это. Это сколько можно реально. Вот чувак стоит, просто тачку ждет. Вот за это я бы его готов просто подобрать, вот честно. Кстати, нравится ли вам то, что в ролике очень много воды? На самом деле, это не очень люблю, но, блин, типа, что могу вам показывать на работе механика? То, что как я чиню каких-то бомжей, но это неинтересно. Вот, поэтому нужно, друзья, показать начало. Возможно, оно будет смешным, возможно, нет. Но сам факт. Я и так стараюсь как можно больше вырезать вообще всего материала ненужного. Поэтому я думаю, что там нормально получается минут так 10 как точно. Давайте сейчас перепаркуемся рядом с вот этим Мерседесом красивенько. Так, опа. Только у нас не красный, конечно, ВОЗ, но тоже неплохие такие. Так, Ярослав Топов. Топовый Ярослав. Так, ладно. Эвакуатор 0.90. Круто. Так, садимся. А, нужно... Боже, сколько тут всяких приколов, господи. Радмир РП, ну ты удивляешь, конечно. Не то, что Amazing. Так, все, переоделись. А, кстати, нужно было вернуть свою внешность через лошадь. Ой, боже мой, зачем я ехал туда, господи, помогите. Так, 1000 рублей, друзья, стоит вот аренда. Блин, ну дорого, конечно, ладно. Начать работу автомеханика, название. Так, какое название?
давайте Яндекс. Яндекс Механик. Яндекс, не знаю, давайте Яндекс Механик, пускай будет. Типа максимум технологий. Ой, друзья, видите, как быстро тут принимают заказы? То есть вот только что отправили, сразу приняли, буквально вот даже таймстемп сейчас врублю, покажу вам. То есть вот, смотрите, в 23 и в 31 он буквально, он сразу через какие-то миллисекунды уже отправил. То есть в этой же секунде, ну, короче, жестко все. Ой, точнее, минуте в этой же, что-то я туплю сильно. Так, таймстемп вырубаем, потому что слишком большой час становится. Так, ту 205, все, друзья, приняли, ура, попался на нормальный челик, мы успели принять. Так, отправляем сейчас в Лед Карина, отбуксуем человека, так как раз таки он находится очень близко, это просто наша, друзья, судьба. Так, и, кстати говоря, по-моему, здесь запрос механик, он отправляется не только вот по, значит, где ты находишься, а, по-моему, по всей карте, потому что где-то я слышал, что отправляется только в какой-то... в какой-то области. Ну, хз. Хз, что он этого... Что насчет этого думаете? Вот, пишите также в комментарии, что думаете вы. Так, какие-то баннеры странные. Блин, за года, наверное, 10-го. Вы скоро? Конечно, братан, вот я уже приехал, твою мать. Вот, а то он меня уже заждался, да? Ну, я ждал и подольше, братан, так что... Меня еще потом обматерили, то, что я, типа, так, 3К. Окей, братан, 3К, так 3К, что могу сказать? Ну, думаю, они все будут, типа, 3К говорить, потому что все работали на этой топ-пейшей работе, то есть здесь каждый механик был в этой жизни. А, в принципе, он свой сядет, ну, окей, что могу сказать? Так, АТ 205. А, все, друзья, поехали, в общем-то, к, значит, этой теме. Сейчас отбуксируем его, естественно, и, в общем-то, все у нас будет круто. Так, мы в Арзамас, хз, на самом деле, по-моему, в Лед Карина мы. Так, твою мать, братишка, я тебя покушать, сейчас взорвется, блин, твою налево, друзья, что происходит? Ой, 3К, какие 3К, не вернуться, братан, ладно, и поехали. Куда 3К, братан? О, вот твоя тачка. Садись в тачку обратно. Тебе, если что, система вернет, так что не печалься. Вот, друзья, если вас требует 3К, не отдавайте, потому что вам все равно даст система это все дело, потому что, ну, как бы здесь все очень так сильно предусмотрено. Друзья, на вас могут еще и наживиться. Видите, он знает то, что ему система все равно отдаст деньги, которые, в принципе, то есть, ну, тут не получится так, как бы, обмануть, да? Но вот обмануть механика вполне. Если механик чинающий, то вполне себе. Вот, друзья, будьте внимательны. Так, кстати, нет топлива, нужно, друзья, и топливо еще, типа, брать, сотрудничать с какой-нибудь АЗС-очкой. Твою мать, не перевернись, тупой ты джип. Так, все, плюс 3К, в общем-то, отлично. Ну, в принципе, 163, 636 тоже приняли, нифига себе. Механик, так, ладно, давайте починим его, что сказать. 15 секунд, я считаю, вернуться в страну, ну, в принципе, мы все окупили. Репаир 205. Вы должны находиться на территории 100, где вы работаете. Ага. А, сюда подъедьте, пожалуйста. А, как он подъедет, твою мать? Еще и тачка с... О, боже, ладно. Давайте как-нибудь его подтолкаем, что ли. Так, все, сейчас сделаем, короче, репейр ему, да? Пропишем, в общем-то. И, в принципе, все будет классно. Так, все, репейр за 5 косарям. Так, пробел плюс прицел. А, так, откройте потом капот. Отлично, где у нас тут инструмент? Все, берем инструменты. Взять отвертку. Так, потом молоток. Ток, потом гаечный ключ. Короче, сразу все возьмем. И, в принципе, так. А, вот тут, короче, не получится, да? Вспомнил, друзья, не получится. Так, прицел. Ай, твою мать, как, что там надо делать? А, возьмите набор инструментов, потом пробел и прицел. В смысле, что за прицел, не понял. А, во, оказывается, во, друзья, как, нифига себе. Так, ну, в принципе, процедура обычная, типа тут Y, N. Ну, упростили, конечно же, значительно, когда я работал летом, здесь было очень сложно, действительно. Вот, теперь, да, действительно упростили, сделали, по-моему, право на ошибку, вроде как, то есть, что все сначала не делает, делать. Так, N, Y. То есть значительно меньше стало. Твою мать, опять по новой, господи. А, значительно меньше стало команд, это сразу видно. Вот. То есть, ну, одна ошибка. Боже, земля ему пухом, конечно, этому человеку. Я из-за него вырубил голосовой. Ну, в принципе, нормально. Написал ему, что он даун, но он пишет нет. Боже, земля пухом, дурочку. Ура! Возьмите отвертку и продолжайте чинить транспорт. Хорошо. Сейчас возьмем, посмотрим, что получится. Так, отвертку берем. Ой, блин, ну это беготня, конечно, тупейшая немножко система. Так, Y, N, 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 Y, N, 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 Y, N, Y,
N, возьмите молоток и продолжайте чинить транспорт. YN, NN, Y. Ура, друзья, 1500 отремонтировали, неужели? Господи, как это было сложно на самом деле. Ладно, короче, 5к нам ему предложили. Естественно, нам только 1500 отдали. Короче, не очень-то выгодно для меня, честно сказать. Я вообще не люблю работать даже в игре, на самом деле. Вот, ну, блин, такое на самом деле. То есть, если для кого-то нормально, то есть для новичка это, в принципе, неплохо, но вот на этой базе это вообще не очень работа здесь, прям реально очень тупо. Проще, друзья, работать вот реально в механиком обычном. Ладно, в общем, на этом с вами прощаюсь, всем удачи и пока.